Друзья, перед началом просмотра видео я попрошу вас подписаться на наш новый YouTube канал. Ссылка будет в описании. У нас много интересных новостей. Заходите к нам в гости. Эта трагическая новость с самого утра всполошила всю Россию. Ее же опубликовали у себя несколько российских сайтов и несколько телеграм-каналов. Эта новость очень сильно и быстро разлетается по всему интернету. У нас в студии уже более сотни писем от поклонников и фанатов российского актера Алексея Панина. Нам все пишут с просьбой узнать все подробности этой трагедии. Как оказалось, с утра российские сайты публикуют новость о том, что сегодня в Испании ушел из жизни российский актер Алексей Панин. Хотим вам напомнить, что уже несколько лет Алексей Панин со своей дочерью проживает в Испании, в Россию не приезжает. И вот сегодня случилась такая трагедия. Что же с ним случилось, пока тоже не сообщается, так как мало информации. Но мы следим за развитием событий. Мы постараемся узнать, действительно ли это правда или очередной фейк. Давайте в любом случае, друзья, поддержим наш канал, подпишемся на него, поблагодарим наших ребят, которые делают для нас эти хорошие новости. Давайте будем надеяться, что все-таки эта новость фейк. Будем надеяться, что с Алексеем Паниным ничего плохого не случилось. Будьте с нами, друзья. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Следите за нашими выпусками. До скорых встреч, дорогие друзья.